вами Николай Пименко в проекте «Дата». 16 января на календаре. Начинаем с родившихся. 1853 год. Андре Мишелен, французский промышленник, приходит в этот мир. Создатель знаменитой фирмы по производству автопокрышек. Правда, сегодня фирм огромное количество, но он же все-таки создатель. 1867. День рождения Викентия Вересаева. Настоящая фамилия Смедович, известного паразаика и переводчика. А в 1934-м Василий Лановой, актер, которого все мы любим, уважаем и поздравляем с днем рождения. События этого дня. 1547 год. Великий князь Московский Иван IV венчается на царство в Успенском соборе Московского Кремля и принимает новый титул «Царя и великого князя всея Руси». 1820. Беллинсгаузен и Лазарев подходят к берегам Антарктиды и открывают последний материк нашей планеты. А в 1905 начинается стачка рабочих на Путиловском заводе в Петербурге. Это предтеча первой русской революции. 1919. Красной армии вводятся нарукавные знаки различия для командиров и петлицы с рассветкой по родам войск. А в 1920-м вступает в силу 18-я поправка к Конституции США. Она запрещает производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Там начинается сухой закон. Потом этот сухой закон много раз будут пытаться ввести у нас в советское время. 1930 год. На испытаниях дирижабль Р-100 развивает скорость 131 км в час и становится самым быстрым дирижаблем в мире. Впрочем, сейчас дирижабли как-то исчезли из нашей жизни. Но кто знает, возможно, к ним еще вернутся. 1963 год. Никита Хрущев объявляет о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы. Это тот случай, когда не знаешь, радоваться этому или печалиться. 1966. В Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев». Фантастическая популярность и неожиданный уход в связи с польскими событиями. 1969 год. Первая стыковка на околоземной орбите двух пилотируемых космических кораблей с космонавтами Волыновым, Хруновым, Елисеевым и Шаталовым. Первый переход космонавтов из одного космического корабля в другой через открытый космос «Союз-4» и «Союз-5». Ну а на Луну в 1973 в район моря Ясности доставляется самоходный аппарат «Луноход-2». Который пройдет по поверхности Луны за 5 лунных дней 37 километров и прекратит свое существование. Но как пройдет? 1979 в Иране происходит исламская революция. Свергают шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Его, кстати, очень любят в СССР. Бывший правитель бежит в Египет. 2000 год. На московском ипподроме проходят первые в России верблюжьи бега. В скорости состязаются всего 4 скаковых двугорбых верблюда – Фатима, Гюльчатай, Шейла и Исила. Верблюжьи бега пришли в Москву из стран Аравийского полуострова, где это развлечение весьма популярно, несмотря на то, что максимальная скорость, которую могут развить верблюды, не превышает 40 км в час. И даже для этого животных приходится долго разгонять. 2001 год. Президент Путин впервые в истории современной России вручает госнаграды священнослужителям христианских церквей, в том числе русской православной, евангелической, лютеранской и старообрядческой. Священнослужители получают ордена почета и дружбы. Ну а мы идем дальше в нашем календаре дня, который посвящен сегодня 16 января. 1998 год. Одну молодую девушку вызывают в 1012 номер отеля Ритц-Карлтон. Но не за тем, что вы подумали. Потому что даму зовут Моника Левински, а гостиница неподалеку от Пентагона. 9 прокуроров и агентов ФБР в течение 10 часов допрашивают ее. Чем же она там таким занималась с президентом страны? Судьба Билла Клинтона висит буквально на волоске, но обошлось. Правда, Хиллари не забыла. У женщины вам имя вероломства, как говаривали ранее. Хотя, конечно, это касается не всех. Вернемся к этому разговору 8 марта. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».